первый в СНГ музей бетона и производственная кафедра строительной академии. На базе комплекса «Камбио Инвест» теперь будут учить будущих архитекторов, специалистов строительства и гражданской инженерии и технологии производства строительных конструкций, изделий и материалов. Ни один инженер-строитель не может стать без практики инженером-строителем. Поэтому, конечно, такая кафедра здесь, на таком передовом предприятии, она сыграет свою огромную роль. Я говорил уже сегодня, и для архитекторов, и для тех, кто занимается производством строительных конструкций. А вообще сегодня правильно прошла мысль о том, что вообще для всех тех, кто учится в нашей академии. В распоряжении студентов современно оборудованная аудитория, обладающая всеми условиями для обучения. Расположение непосредственно на территории комбината даст возможность получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Для того, чтобы сегодня предприятие соответствовало, наверное, европейским требованиям и качеству, должны быть профессиональные сотрудники. Их не хватает. И я считаю, что каждое предприятие должно вносить свой вклад в подготовку, в профессиональную подготовку тех сотрудников, в которых оно нуждается. В строительной академии планируют провести хотя бы одно занятие для студентов всех факультетов. Здесь же, на базе «Камбио Инвест», открыли музей бетона. Экспонаты начиная от материалов и до документации, по которой он создается, заканчивая моделями приборов и техники, которая непосредственно задействована при строительстве. Все, что мы видим в большинстве своем, в современное время создано из бетона. Если там мы идем по городу, плитка, она сделана из бетона, ступеньки из бетона. Даже уже создаются пепельницы, подсвечники тоже из бетона. И возникла идея того, чтобы это все объединить в одном месте и показать, что бетон – это не только вот что представляется в первую очередь, фундамент, когда заливается. Из бетона можно сделать даже светильники, как эти, например. Или вот такие статуэтки. Музей открыт для всех, вход свободный. На открытие музея и производственной кафедры строительной академии пригласили ведущих специалистов отрасли. Такой современный проект дает возможность подготовить высококвалифицированных специалистов. Уже завтра именно они будут развивать архитектурную и строительную отрасль.